just 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, и мы отправляемся на антирейд базы Falcon. Я уже посмотрел эту базу на Ютубе, ничего особенного в ней тоже нету. Только бы интернет был бы. Блин, да что ж такое с ним соединением? Вечно эти лаги, блин. Так, здесь ничего. В общем, заходим вот отсюда. Один железный топор потратим, или два обычных. Вот, ну, две стенки надо сломать. Это буферка такая. Так, потом идем сюда, здесь у нас 5 ящиков, мы логично заходим вот отсюда, чтобы зомби нас не доставали потом, в будущем. Тут можно еще будет потом зайти, чтобы нас зомби не доставали, вот здесь, например. Но смысла здесь уже нету, они так не пройдут. Ломаем, входим через парадную дверь. Так, и тут у нас 6 ящиков есть. Я еще на самом деле хотел посмотреть, что вот за этой стенкой есть. Может, что-то реально есть интересное? Ага, здесь тоже есть пару ящиков, скажем так. И большое пространство для передвижения. А можно было и тут сломать, что, блин. Вот, видите, если пойдете сюда, можете сломать вот здесь. Или даже заходить с этой стороны. Ну, как вам будет удобнее, в принципе. У каждого свои же идеи, откуда входить. Зато у нас тут есть двойное пространство, где можно троллить громилу. Сюда пришел, сюда. Ладно, давайте будем открывать. Я начну, пожалуй... Ага, понятно. Я начну, пожалуй, отсюда. Пусть не побегают чуть-чуть зомбари. Они сюда, подождите, они сюда не смогут прийти же, правильно? Они сюда прийти никак не смогут. Поэтому я предлагаю, раз у нас там есть проход, открыть им где-то еще вот... Вот здесь, наверное, проходик, чтобы они могли побегать чуть-чуть. Это для громилы будет, скажем так. Не сколько для зомбарей обычных, а именно для громилки. Пусть будет... Я что-то не подумал, что тут буферка такая двойная. Сам главное сказал, сам забыл. Ладно, давайте так сделаем. Ладно, я тогда избавлюсь от зомбарей по ходу действий. Так, первые две волны зомбарей лежат, поэтому можно открывать дальше. Открою еще вот эти два ящика, наверное. Или даже все три. Давай так вот открою и посмотрим сразу, что здесь. Ну, навряд ли что-то будет интересно, но тем не менее. Две грядки, найс. Кожа и кожа. Окей. Хорошо. Пустой ящик. Еще кожа. И давайте тогда откроем уже. Зомбари уход. Блин, они почти ушли. Тут кожа есть, очень много кожи. Я ее заберу, пожалуй. Так, они почти ушли, но не ушли. Ладно, давайте, допустим, они... Стоп, давайте подойдите вот сюда, зомбики. Красавцы. А теперь я пойду открывать вот эти ящики, пожалуй. Так, два ящика мне хватит, пожалуй, я встану вот сюда опять, хотя можно их убивать уже, и, наверное, а нет, мне надо же сначала бензин, точно. Ай-яй-яй, вы что, уже прибежали, что ли? Так, ну, в принципе, довольно-таки, секунд 20 они бегут, громила секунд за 15 прибежит, думаю. Итак, я, в общем, уже... Это умер, сходил на базу, все там сложил, как обычно, зараженный ящик, взял с собой еще 5 топориков. Надеюсь, их хватит. Ну, по идее, должно хватить без всяких проблем. Так, это мы сюда, это сюда. И теперь я хотел бы, что бы я хотел, поставить чомпер поближе. Потому что у меня там 92 шума, а это не есть гуд. Так, давай, поехали. Поехали сюда, заезжаем, парковаться хочу вот это здесь поближе, чтобы потом, в крайнем случае, положить вещи сразу сюда, без всяких проблем. Давайте посмотрим, я смогу это сделать, да, без проблем.
Так, что нам надо? Сейчас будем набивать то ящики и смотреть, что в них интересного. Но вроде бы я все забрал, все интересное в этих ящиках. Значит, можно открывать вот эти. А начнем мы, пожалуй, здесь у нас чего я? Ага, окей, здесь. О, вот эту изоленту можно забрать, например, транзисторы забрать можно. Теперь не особо-то важно, ну ладно. 99 шума. Ладно, давайте тогда надобью вот этот еще ящик. А, смысл набивать, если тут уже сотка. Ладно, громила, давай сюда дуй. А что буду делать с ним? Что-то я как-то не подумал про это дело, что... А, так мне, в принципе... Тихо, мне, в принципе-то какая разница, где он будет бегать? Мне бензин, вот это я, пожалуй, заберу. Сюда положу. Да, громила прибежал. Я вот это открою, пожалуй, пусть он бегает все. Иначе он бегать просто не будет. А я не смогу ничего открыть. Он заодно все удары не будет набивать. И это большой плюс. Так, этот уже прибежал. И громила уже бежит. Хорошо. Давай дальше беги. Бегунты. Так, а что ты отвернулся-то? Ну-ка. Блин, нет, слезь, слезь. Вот этого я боялся, что он случайно залез на чомпер, блин. Так, ну ты бежишь, нет, там, я уже заждался, если что. Здорово. Молодец, прибежал. Кожа, блин, сколько у братюни этого кожи, а? Громила, верни сюда, я тут это... Только один ящик открыл. Молодец. Теперь можешь выйти и валить дальше. Так, батарейки, телефоны, ну, эти транзисторы еще заберу, ну, что делать? Братюня, подожди, подожди, мне надо, чтобы ты пошел отсюда в баню. Молодец. Давай, беги сюда обратно. А у меня что? Серьезно, у меня остался последний топор, вы что, прикалываетесь? У меня же было 5 топоров, неужели они так быстро сло... Бляха-муха. Бляха-муха, это очень плохо, это реально очень плохо. А что я сделаю-то с одним? Я даже ящик не смогу открыть. Блин, вот тупица-то я. Так все хорошо и плохо продумал одновременно. Блин, топ-один топор. Пипец. А что я сделаю? У меня тут... Если, конечно, камни где-то найду, это будет хорошо, но что-то я сомневаюсь очень сильно в этом. Может, у меня тут где-то камни есть? Сейчас быстренько гляну, 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 гляну. Но камней у меня тут нету точно. Иначе бы я бы это знал. Блин. Ха. Лоханулся. Ну все, ГГ. Ну, заберу тогда то, что смогу забрать. Что тут делать уже? Ничего не подпишешь. Ой, блин, как так можно было? Я даже не знаю. Может, я где-то камни тут видел уже, нет? Требуется топор. А, нет, сюда. Может, я тут где-то камни уже видел. Хотя бы три камушка, блин, надо. Три камушка. Ну, блин, тут руда. Может, я тут где-то это видел. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, нифига. Ни одного камушка не нашел. Блин, что, серьезно? Вот так можно просто уходить? Там лут может быть, а я... Главное, сделал 5 штук, уверен был, что они останутся еще, как всегда это происходит. Блин. Может, тут он и есть все-таки, а?
Нет. Ладно, ребятки, извиняйте за мое лохотронство. Я что-то тупанул очень сильно, может тут есть. Нету. В общем, вот на этом заканчивается этот рейд. Два ящика я не открыл. Реально очень сильно тупанул. Извиняйте за это. На этом все. Если вам понравился этот рейд, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.